Естественно, динамика положительная. Люди с каждым годом больше и больше узнают, в том числе с нашей помощью, о 3D-технологиях. Рынок растет, люди образовываются, даже очень большой спрос на персональные трехмерные принтеры. Это очень радует. Это и военная отрасль, это и производственная отрасль, это и архитектура, это образование. Я думаю, что скоро принтеры станут абсолютно юзер-френдли и может пользоваться любой человек без дополнительной подготовки. То есть я думаю, что усовершенствование технологий грядет. Сейчас технологии очень обширно представлены на российском рынке, но скоро, я думаю, они станут более домашними. Технологии настолько стремительно развиваются, что мы даже не успеваем, там появляются новые типы пластика, там гибкие, светящиеся, токопроводящие и так далее. То есть сферы применения 3D-принтеров, они растут. То есть мы видим наглядное применение вот, в конкретных областях. То есть начинается стоматология, их применяют, и там авиационная промышленность применяет, архитекторы и там домашние там пользователи, которые печатают там детали, например, я печатаю дома детали для квадрокоптера. Я не умею там сделать там какую-то деталь, но у меня есть ее модель, у меня есть принтер. И мне этих знаний достаточно для того, чтобы нажать несколько кнопок и запустить печать, получить эту модель, не зная, как она производится на стандартном оборудовании. Вот 3D-принтер делает переворот. Например, дома пищевой принтер. Вам не нужно там держать целый холодильник разных продуктов. Есть там комбинации из этих продуктов, там какие-то субстанции, да. Принтер их соединяет, там получает, пожалуйста, можете напечатать гамбургер, да, там можете там напечатать, здесь есть шоколад. А основные перевороты 3D-принтера, они делают именно в промышленности. Сейчас идет речь о печати органов, да, представляете. А в будущем принтер сможет напечатать все. То есть формально телефон будет напечатан персонально, с таким-то размером, с таким-то дисплеем. То есть принтер напечатает его от и до, от пластикового корпуса до всех полупроводников и экранов, и чехлов.